26 мая 1998 года в составе структуры финансовой академии при правительстве Российской Федерации появляется Институт государственной службы, ныне Высшая школа государственного управления, основным предназначением которой является повышение квалификации и профессиональная переподготовка государственных служащих. 25 лет мы фактически всю новейшую историю нашей страны бок о бок с управленцами пишем новейшую историю государственного служащего Российской Федерации. Сергей Брониславович, находясь здесь на крыше мира, как мы ее называем, да, главная крыша финансового университета, наш панорамный вид на Москву, 25 лет в Высшей школе государственного управления. Фактически вся новейшая история нашей страны и ВШГУ все эти годы воспитывала и квалифицировала управленческие государственные кадры. Вы недавно влились в команду ВШГУ. Вот по вашим ощущениям, что сегодня из себя представляет Высшая школа государственного управления? Высшая школа государственного управления – одна из лидирующих школ и по праву занимает это лидирующее место уже 25 лет. И действительно, вы правильно сказали, отцы-основатели, они еще будут в нашем фильме и говорить об истории, о том, как зарождалась Высшая школа государственного управления, какие тогда стояли цели и задачи у школы. Это, конечно, флагман университета, и среди школ это тоже флагман. А внутри системы ДПО, дополнительного профессионального образования, всегда занимало место одной из уважаемых школ. В конец 90-х, когда появилась ВШГУ, мы помним прекрасно еще это время, да. Период знаменитого дефолта, когда, в общем, можно сказать, что закончилась эпоха 90-х. Вот это какой-то своеобразный рубеж, да, 98-й? 1998 год, когда я, собственно, пришел на работу в финансовый университет. И надо сказать, когда начали изучать то направление, которое было мне поручено, а поручено было подготовка государственных гражданских служащих в основе своей, но это все в комплексе находилось внутри дополнительного образования профессионального. И надо было понять, как с этим работать, что есть, во-первых. Когда мы изучили, что было в академии в то время финансовой, с точки зрения подготовки государственных гражданских служащих, стало понятно, что необходимо провести серьезную работу, связанную с организационными процессами вообще, найти место финансовой академии в рамках той системы государственного управления, подготовки кадров, которая на тот момент существовала. На тот момент существовало несколько академий, вузов, которые были в рамках указа президента, и готовили они как раз в соответствии с ним государственных гражданских служащих. Все, кто был вне исполнения данного указа, конечно, они в какой-то степени не добирали, скажем так, тех возможностей рыночных, которые компетенции, в данном случае финансовой академии, могли представить. И надо сказать, что сразу возникло понимание, что необходимо присоединиться к данному указу президента. И мы в течение года очень активно работали с руководством академии, с руководством аппарата правительства, с руководством администрации президента Российской Федерации и другими ведомствами для того, чтобы притворить это в жизнь, наши желания, наше понимание. И в течение вот этого периода, о котором я выше сказал, мы смогли это сделать. Хочу сказать сразу, что мы получили в результате указа президента определенные несколько десятков преподавателей для данных тем, несколько направлений, которые мы могли вести
и получили бюджетные средства на то, чтобы готовить несколько тысяч людей, государственных гражданских служащих, на территории в рамках финансовой академии. Хочу сказать, что именно с этого началось. И надо сказать, что наши решения были верны. Именно та стратегия, которая была выработана до принятия указа, она оказалась верной. И с этого начался Институт государственной службы. Указ был подписан в 2001 году, 16 апреля, номер 433. И это был вообще первый указ президента по образованию, подписан новым президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. И это тоже вот для нас было определенное, скажем, мотив для серьезной работы с полным пониманием тех рыночных условий в нашем государстве. Я хочу сказать следующее, что в тех далеких годах Высшее ГУ только тогда, когда я пришел работать в школу, Высшее ГУ набирало обороты. Дело в том, что как раз в те годы произошла, можно сказать, революция подготовки государственных служащих в нашей стране. Для новой экономики, для развития страны требовались новые госслужащие с новыми знаниями, с новыми компетенциями. И поэтому правительством было принято решение о отдельной программе переподготовки государственных служащих. И одним из вузов, который вошел в эту программу, была финансовая академия при правительстве Российской Федерации. С этого все начиналось. Сначала было госзадание. И практически со всех министерств и ведомств люди приходили по подготовке на определенные программы. Государственное муниципальное управление, экономика. В дальнейшем, в середине 2000-х годов, это было развернуто уже не только для федеральных государственных служащих, но под программу попали и муниципальные служители. И таким образом и расширялся круг деятельности Высшего ГУ. Если сначала это было, ну, грубо говоря, программа ГМУ, программа экономики, то в дальнейшем появился спектр программ, которые охватывали всю экономическую деятельность нашей страны. И мы подготавливали, переподготавливали госслужащих и казначейство, и Федеральной налоговой службы, и Федерального медико-биологического агентства, как это не покажется странным, и даже таких министерств и ведомств, как Минтруда. Школа развивалась, и появлялись новые направления, рождались новые направления подготовки госслужащих. За эти годы Высшее ГУ неустанно менялось и трансформировалось. Создавались новые кафедры, внедрялись новые образовательные программы. И словно незримый постулат, девиз финансового университета «Мы ценим прошлое и строим будущее» всегда был главным манифестом и Высшей школы государственного управления. Вот как вам кажется, сильно ли изменились принципиальные подходы к управленцу, к человеку, от которого глобально зависит жизнь многих тысяч и миллионов людей? Кто, на ваш взгляд, вот сегодняшний государственный управленец? Кто ваш ученик? Я хочу сказать, со дня образования Высшей школы государственного управления через стены школы прошли, как вы правильно сказали, многие сотни тысяч и даже, не побоюсь сказать, по статистике миллионов. Почему миллионов? Миллионы — это те, кто, так скажем, получатели этого труда, который зародился в стенах школы. Это большие коллективы финансовых органов, Министерства финансов, Федерального казначейства, других контрольно-надзорных органов. Те проекты, которые нынче мы начинаем, это и со Счетной палаты, вы знаете, недавно открылась кафедра Счетной палаты внутри финансового университета. Собственно говоря, вот все те финансисты, которые сейчас принимают управленческие решения внутри финансовой системы, государственной финансовой системы России, это
были ученики школы. Высшая школа государственного управления сегодня – это одно из ведущих подразделений ДПО финансового университета. Надо сказать, что ВШГУ сегодня способна реализовывать крупные, масштабные проекты, региональные проекты подготовки государственных муниципальных служащих. Мне хотелось бы сказать об одном из них, который, на мой взгляд, является одним из знаковых проектов, которые реализовывала ВШГУ. Это подготовка управленческих команд Республики Крым. В 2021 году завершился этот проект, в котором обучено 818 государственных муниципальных служащих Республики Крым, подготовлено 54 проекта развития Республики Крым, отобран кадровый резерв в количестве 150 человек. Надо сказать, что эти проекты, которые разработаны в рамках реализации программы, успешно сейчас реализуются в Республике Крым. Наверное, это было большим испытанием для всего ДПО финансового университета, в том числе для Высшей школы госуправления, потому что проводить обучение приходилось в очень непростых условиях противоковидных ограничений, во-первых, в 12 городах, на 12 площадках образовательных. Обеспечен видеоконтент и обеспечено, собственно говоря, очное обучение ведущими преподавателями как финансового университета, так и вообще экспертами, которых мы приглашали из всей страны по тем или иным вопросам. Я хочу сказать, что, конечно, здесь сработала не только ВШГУ, но и команда ДПО в целом. Но важно, что руководство ВШГУ того периода, это был директором ВШГУ был Игорь Сергеевич Шивалкин, смогло мобилизовать все свои ресурсы и все сотрудники ВШГУ и привлеченные коллеги сработали замечательно и великолепно. Это была действительно слаженная командная работа. То есть, с одной стороны, мы учили наших уважаемых слушателей из Крыма быть командой, готовить проекты развития. С другой стороны, это была программа, которая явилась для нас, для всех большим испытанием и показала надежность всего ДПО и, в частности, Высшей школы государственного управления. Мы как бы прошли экзамен на то, что мы можем реализовывать крупные проекты с хорошим, замечательным результатом. Ну, могу сказать, что для меня очень важно, и думаю, что для всего проекта, тот факт, что научным руководителем этого проекта являлся Станислав Евгеньевич Прокофьев, наш ректор ныне, а тогда заведующий кафедрой государственного муниципального управления. Я часто вспоминаю тот самый знаменитый проект подготовки управленческих команд Республики Крым. Республика Крым только-только вошла в состав Российской Федерации. Естественно, при подготовке кадров нужно было не только их инкорпорировать в российское образовательное пространство, но и в значительной степени переучить, потому что в то время, в украинское время, была и другая управленческая культура, и другие подходы, и нужно было их погрузить вот именно в атмосферу российского хорошего, качественного образования, дать те компетенции и профессиональные, и специальные, то, что называется soft skills и hard skills, для того, чтобы они могли работать в командах, тем более, если это чиновники, которые таковыми, с одной стороны, стали недавно, потому что это как раз те люди, которые первыми проявили патриотические свои чувства и пришли работать в органы государственной власти и управления. В основном это именно вот новые были люди. И, с другой стороны, значительная часть этих людей – это были люди из муниципальных образований, которые никогда в своей жизни
не проходили дополнительного обучения, для которых это вообще все было абсолютно в нове. Поэтому обучить быстро, нацелить их на реализацию проекта в команде, вот это была безумно сложная задача наших экспертов, наших коучей, наших преподавателей. К чести ВШГУ с этой задачей они хорошо справились. Мне довелось присутствовать при финальной защите этих проектов вместе с главой Республики Крым Сергеем Валерьевичем Аксеновым. Мы как раз принимали защиту этих проектов. Должен сказать, я видел реакцию главы Республики Крым. Он действительно был очень заинтересован. Видно было, что эти проекты, а они проекты все были такие от земли, предельно конкретные и нацеленные на помощь людям в соответствующих районах Республики Крым. И я видел, какая живая реакция была у главы республики на те предложения, которые он слышал. Он все это помечал себе в специальный блокнот и тут же выделял тех людей, которых он хотел бы видеть в своей команде. Поэтому проект удался, проект требует масштабирования и продолжения. Я надеюсь, что ВШГУ такого рода проекты сделает и в других регионах нашей страны. У вас и глобальная задача сегодня уже, сегодня начать воспитывать нового управленца. Принципиально совершенно нового формата, потому что это внезапное будущее, оно уже наступило. И мы, безусловно, должны, как флагман образования, подумать о том, каким он будет государственный управленец уже в следующем году. Я думаю, что это будет очень энергичный человек, который, как и сейчас, мы уже с вами переживаем 10 лет, как цифровизация вошла в стены государственного и муниципального управления. А, собственно говоря, мы видим, как ускорился и бежит буквально документооборот, как те задачи, которые руководитель спускает до подчиненного, он в режиме реального времени получает либо на планшетник, либо на свой смартфон. И, собственно говоря, и отдача от получателя этой информации происходит также мгновенно. Я думаю, с приходом нового кластера искусственного интеллекта и от нас потребуется дополнение новых знаний, профессионализма, обучение, переобучение. Прежде чем что-то дать или отдать, ты должен это получить. Поэтому я думаю, что новый коллектив или обновленный коллектив, который сейчас вместе со мной пришел и приходит, еще будет приходить в Высшую школу государственного управления, это будут квалифицированные кадры с новой подачей знаний, информации. В 2004 году в структуре Института государственной службы создана кафедра «Государственная служба». В 2005 году создается кафедра «Государственный финансовый контроль». А 1 октября 2007 года Институт государственной службы преобразован в Высшую школу государственного управления – ВШГУ. Каждый год в соответствии с планами государственных структур в школе проходят обучение свыше 1000 государственных служащих федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. За 25 лет своего существования Высшая школа государственного управления реализует образовательные программы как в рамках национальных проектов демографии, так и по государственному заданию. В рамках государственного задания в настоящее время мы обучаем, Высшая школа государственного управления обучает по 14 образовательным программам. В основном эти программы повышение квалификации, причем эти программы имеют финансово-экономическую
направленность, которая позволяет вырабатывать у государственных гражданских служащих профессиональные компетенции в сфере финансов и экономики. Следует отметить, что в настоящее время произошли определенные институциональные сдвиги и преобразования в обучении гражданских служащих. Если раньше повышение квалификации осуществлялось на основе основных требований, которые предъявлялись государственному служащему, то сегодня образовательный процесс осуществляется на основе справочника квалификационных характеристик к образованию и деятельности государственных гражданских служащих. Исходя из этого, мы существенное внимание уделяем вопросу, связанного с формированием не только новых компетенций в области управленческой деятельности наших гражданских служащих, но и формирование компетенций, направленной на цифровую трансформацию. Исходя из этого, вырос запрос органов государственной власти на такие программы, востребованные программы, которые отвечают вызовам, современным вызовам, как искусственный интеллект, большие данные при принятии государственных управленческих решений, а также бюджетная система и бюджетный процесс. Отрадно заметить, что за 25 лет своего существования мы проводим обучение не только в финансово-экономическом блоке, но и существенно вносим вклад, существенный вклад в обучение по таким наиболее острым проблемным вопросам, связанным с повышением эффективности бюджетных средств, бюджетных расходов, повышением системы государственного управления, ну и, конечно, реализации национальных проектов, в которых все наши органы государственной власти принимают самое активное участие. С 2015 по 2020 год Высшая школа государственного управления приняла участие в реализации программы создания институциональной базы для поддержки реализации и развития программ по финансовой грамотности взрослого населения на федеральном и региональном уровнях. За этот период обучено около 10 тысяч консультантов-методистов, которые провели 40 тысяч мероприятий по повышению финансовой грамотности взрослого населения России из 85 субъектов Российской Федерации. Проведено 11 научно-практических конференций, направленных на реализацию и развитие программ финансовой грамотности различных категорий населения. Как вам кажется, сегодня какие образовательные программы хотелось бы предложить рынку, чтобы вы внедрили, чтобы нового хотелось бы, чтобы появилось именно в образовательных программах? Чему учить? Мы сейчас как раз занимаемся теми вопросами, которые вы актуально подняли. Пересматриваем те программы и те задачи, которые были. Вроде бы вчера, 2 года уже пролетело, а актуальность их на сегодняшний день, она все-таки трансформировалась и изменилась. Поэтому те видеолекции, те материалы, те программы, они, безусловно, являются столпом. Они, безусловно, являются фундаментом. Но и модернизация, трансформация коснется в том числе и тех программ. Поэтому говорить что-то о конкретных программах на сегодняшний день, которые мы что-то предлагаем новое для массового зрителя, я не спешил бы сейчас. Хотя мои коллеги, которые занимались этой великолепной, мощной и, не побоюсь этого слова, феноменальной работой, они скажут еще в нашем фильме о том, что было. Но то, что будет, все-таки это сейчас наработки. Они идут, они согласовываются. Не так просто. Все-таки нужно еще увязать это с... Это не совсем бизнес, это задачами государства. Тем более на сегодняшний день те выпады, которые легли на плечи государства, мы тоже смотрим и каждый день пытаемся
попасть, что называется, в нужный ритм с теми задачами, которые поставлены, ставит перед нами ректор университета, соответственно, и руководство дополнительного профессионального образования, но и мы сами внутри коллектива. Распоряжением правительства Российской Федерации от 9 июля 2021 года была утверждена программа развития финансового университета до 2030 года с указанием миссии. Миссия Финунивера – это формирование и развитие конкурентоспособного человеческого капитала в целях выполнения национальных задач страны, а также создание устойчивого развития роста экономики Российской Федерации. Вот в этих емких строках и указана, как мне кажется, и вся деятельность ВШГУ в структуре ДПО. Мы участвуем в выполнении национальных проектов, в выполнении госзаказов, а также в выполнении госзадания. В рамках указа президента номер 68 от 21 сентября 2019 года о профессиональном развитии государственно-гражданских служащих. Надо отметить, что финансовый университет среди немногих вузов был делегирован для выполнения государственного задания, а Высшая школа государственного управления является флагманской выполнения этой ответственной задачи. В этом году мы примем на обучение почти 200 слушателей из более чем 60 федеральных государственных органов. Это руководители высшей главной группы должностей. Это управленческая элита нашей страны. В 2023 году мы делегировали три программы на выполнение госзадания. Это управление госфинансами, государственными финансами, бюджетная система и бюджетный процесс, большие данные в системе поддержки принятия государственных решений. Все три программы пользуются большим спросом у наших слушателей. Надо отметить, что большие данные, например, в прошлом году спрос по заявкам на эту программу превышал выделенные нам квоты на 40%. Сотрудники ВШГУ находятся в постоянном контакте с кадровыми службами федеральных госорганов по профразвитию ГГС, а также мы находимся в постоянной обратной связи с нашими слушателями. Заслушиваем их требования по качеству нашего обучения, их требования по контенту в связи с новыми вызовами, перед которыми стоит наша Родина. А вызовы-то более чем серьезные. Это и цифровая трансформация, и новые территории, и искусственный интеллект. Безусловно, и социальная трансформация. Потому что меняется страна, меняются люди, меняемся мы. И требует это все нового контента, новых технологий, новых подач. Но мы готовы поставленным задачам к выполнению самых ответственных задач нашего времени. Отцы-основатели школы, руководство ДПО, а также все те, кто несли на протяжении 25 лет знамя ВШГУ, заложили мощный фундамент и толстые стены нашей школы. И сегодня мы обязаны и поддержать накопленный потенциал, и развить его. Сегодня надо отметить, среди сотрудников ВШГУ, как выпускники Финуниверситета, так и выходцы из МАИ, МАТИ, МФТИ, МГТУ имени Баумана, среди нас люди с учеными степенями различных категорий. У нас есть иностранные языки и опыт многочисленных зарубежных командировок. Мы внимательно смотрим за развитием ДПО в международном контуре. Сегодня идет трехступенчатый набор кадров в Высшую школу государственного управления. Кандидаты рассматриваются на самом высоком уровне Елены Александровны Диденко. Мы смотрим на hard skills and soft skills кандидата. Мы не принимаем больше на работу сотрудников без опыта работы в ДПО или финансовом университете. Вся динамика нашей работы в ВШГУ сегодня направлена на выполнение самых сложных задач, которые перед нами поставит руководство. В заключение своих слов я хотел бы сказать своим коллегам ниже следующее. Никогда движение актива не бывает только вверх. По прямой, гладкой, смазанной траектории линейной функции всегда есть место технической коррекции. Это видно по движению валют, по движению активов топливно-энергетического комплекса, спроса на недвижимость или тех же самых образовательных программ. Пауло Коэльо в своей книге «Алхимик» говорил, если ты седьмой раз упал, то только лишь для того, чтобы восьмой раз подняться. Конечно же, дорогие коллеги, падать нам и не требуется, но если мы оступились,
то это означает только то, что мы должны подняться на следующую ступень выше, выше и выше, и только выше, чем предшествующие показатели. «2023 год – это ступень не только для финансового университета, но и для ВШГУ. В 2023 году была обновлена стратегическая программа финансового университета, и в нее вошла стратегическая задача – стать ключевым партнером федеральных и региональных органов власти по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Российской Федерации. Финансовый университет идет в ногу со временем, и у него есть актуальная система дистанционного обучения. И у Высшей школы государственного управления она актуальная. Но что отличает ее от других? Это внимание к мелочам. Именно наличие аккуратного контента, наличие минимального количества кликов для перехода к нужным разделам, присутствие определенных элементов, показывающих на то, что курс уютный, красивый. Именно эти, казалось бы, неприглядные и маленькие элементы создают нужные настрои для слушателя. И если мы не видим откликов о внешнем виде нашего курса, то значит он хороший. Его обычно никто не может оценить по хорошим признакам, а вот плохие признаки сразу же видны. И именно Высшая школа государственного управления уделяет этим вещам огромное внимание. Если вернемся к юбилею, ваши пожелания вашему небольшому, но такому сильному коллективу, могучая кучка, куда будем расти, к чему стремиться? Да, на сегодняшний день, может быть, это небольшой коллектив, но там работают два старожила. И я хотел бы в первую очередь поблагодарить тех, кто зародил эту школу при поддержке, безусловно, Аллы Георгиевны. Ей низкий поклон и большое спасибо Олегу Васильевичу Кузнецову. Поблагодарить за эту ответственность и эту школу. Когда я пришел, я просто был восхищен теми задачами, которые были тогда поставлены, были решены. Сколько людей было обучено и введено в состав тех задач, которые были поставлены. Ну и, собственно говоря, пожелать им здоровья. Желаю всем творческих успехов, которые бы были на основе хорошо отработанных систем по направлениям. И, естественно, желаю, чтобы семьи всех коллег и всех сотрудников поддерживали в той непростой работе, надо будет сказать, которая есть и которая еще предстоит. За эти годы школа прошла большой путь. Путь проходил и сам вуз, развивался, развивались новые компетенции. И важнейшим направлением в развитии этих компетенций было направление подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих разных органов. И в этой связи было создано специализированное подразделение, которое этой задачей и занималось. Естественно, что активно опиралось в ВШГУ, в первую очередь, на интеллектуальный, научный и образовательный потенциал профильных подразделений нашего вуза, в первую очередь кафедра государственного и муниципального управления, многих других подразделений. И я напомню, что сегодня это направление является одним из самых топовых, самых развитых в нашем вузе. И на основании многолетних рейтингов мы стабильно входим в пятерку самых известных и самых уважаемых вузов по подготовке государственных чиновников. И в этой связи очень важно, что постоянно работает вот эта смычка между подготовкой бакалавров и магистров и повышением квалификации, то есть то, чем традиционно и занимается ВШГУ в нашем вузе. Могу сказать, что отзывы выпускников, отзывы экспертов
Да и, собственно, сам, как бывший работодатель, могу констатировать, что самого высокого слова благодарности заслуживает качество подготовки выпускников. Конечно, очень много обучено специалистов из разных органов. Это и налоговая служба, и казначейство, и финансовые органы регионов, это и счетная палата, Федеральная антимонопольная служба. Одним словом, мало найдется органов власти, чьи представители не учились бы в разные годы у нас в ШГУ. Сегодня новая задача – подготовка госслужащих с углубленными компетенциями в сфере цифровизации. Обучение новым подходам в работе с большими данными. Сейчас огромный запрос над так называемыми над профессиональными компетенциями, так называемыми мягкими навыками, умение работать в команде, умение делать серьезные проекты. И все это тоже Высшая школа государственного управления. Наконец, сейчас гораздо сложнее найти себя в части образовательного пространства, потому что конкуренция растет. Но, тем не менее, мы видим, что Высшая школа государственного управления и здесь на высоте своего знания, опыта и своих компетенций. Уважаемые коллеги, я от всей души еще раз хочу вас поздравить с юбилеем вашей школы. От всей души примите, пожалуйста, пожелания здоровья и счастья и, конечно, новых творческих успехов на благо России и финансового университета. Я желаю ВШГУ перезагрузки. Надеюсь, что команда в новом составе найдет в себе необходимые ресурсы, энергию, креатив для того, чтобы достичь новых высот в своем развитии. За 25 лет в Высшей школе государственного управления прошли профессиональную переподготовку и повысили свою квалификацию более 300 тысяч государственных, гражданских и муниципальных служащих федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Высшая школа государственного управления проводит целенаправленную работу по разработке и актуализации дополнительных профессиональных программ в области профессиональной переподготовки и повышения квалификации государственных служащих, способствующих формированию профессиональных компетенций, соответствующих современным вызовам. Высшая школа государственного управления. Мы пишем новейшую историю государственного управленца России. Для меня работа в ВШГУ – это ответственность и компетенция. Для меня ВШГУ – это вся моя жизнь. А для меня ВШГУ – это команда и слаженность в работе. Новые вызовы, перспективы и чудесные люди. Высшая школа государственного управления – это моя семья. Это моя малая родина. Это возможность общения с управленцами всей моей России. ВШГУ – это страницы новейшей истории государственного управления Российской Федерации. А для меня ВШГУ – это альпинизм. Каждый день покорение новой вершины, и каждая из них неповторима. Что для меня ВШГУ – это долгожданный результат, в первую очередь, и, скорее всего, судьба.